Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Я нахожусь в Ашане. Это город Самара, торговый центр Космопорт. И посмотрите, какие красивые котлеи завезли. Эти котлеи стоят в маленьких горшочках. Сейчас я покажу. Вот такие вот. Ну, это стандартные горшочки, конечно. Стоят они 1076 рублей. Кустики есть, довольно вот пышненькие кустики. Ну, вот эта пятнашечка, конечно, мне очень понравилась. Так, еще и другие цвета. Ну, там много кустиков, но они, видимо, уже успели отцвести. Вот оранжевенькая. А на другом стеллаже, там вот здесь оранжевенькая, здесь желтенькая. А на другом стеллаже стоят кусты еще крупнее. Сейчас я до них дойду. И, кстати, вот стоят башмачки. Очень красивые, очень крупные башмачки. Башмачки стоят 1626 рублей. Розеточка там одна внутри. И они разных оттенков. Или, может быть, хотя нет. Ну, я вот немножко не пойму, они разных оттенков, или они отличают, или они одинаковые, просто, может быть, тот, что левее, отцветает уже. Ну, в общем, вот такие вот башмачочки стоят замечательные. Их здесь еще есть какое-то количество кустиков. Но розеточки я вижу только вот по одной. Оранжевенькая котлея. Ближе я покажу. Здесь, вот здесь уже, посмотрите, здесь уже стоят огромные горшочки. Но цена, видимо, одна и та же. Хотя я не пойму, почему одна и та же цена. Ну, это, конечно, хорошо, что цена одна и та же. И на те горшки, и на эти. Потому что здесь прям они огромные. Огромные и разные цвета. Они настолько пышные, что я даже не могу добраться до этого цветочка. Такие вот великолепные цветы. Вот она, красота какая. И кусты, кусты хорошие, очень хорошие кусты. Но они очень сильно политы. Вот прям смотрите, прям мокрые, мокрые. Здесь в основном стоят такие сиреневые. И вот стоит вот такая вот красота. Лапонька стоит с желто-малиновой губой. Также есть уценки на мини-фаленопсисы. Сейчас их тоже покажу. Это камбрии стоят, отцветают. Цену на камбрии я с этой стороны не вижу. Сейчас посмотрю с другой стороны. А, кстати, вот дендробиум, дендрофаленопсисы. Белый, розовенький. Сзади фиолетовый стоит. Но на них нет скидки, на дендрофаленопсисе. Они стоят 1197 рублей. А на вот камбрии, орхидеи микс, камбрии 600 рублей. Это со скидкой. На цветущую камбрию скидки нет, она 927 рублей. Вот она, вот они стоят несколько кустиков Нелли Айлер. Ну, какие-то фаленопсисы. А, ну вот он стоит, и, видимо, вот синий. Да, вот фаленопсис, орхидея фаленопсис, фаленопсис синяя. Скидка 500 рублей. Ну, он уже, у него даже листья уже посинели, видно. Фаленопсис 200 рублей, но он уже, они уже убитые, просто напрочь. Вот стоят минички со скидочкой. Но в них тоже, чтобы найти что-то, надо, конечно, покопаться. Ну, вот какие-то есть варианты, но вся шея вся желтая, он весь подмороженный. Они стоят еще с 8 марта, эти фаленопсисы.
И они практически все подмороженные. Вот тут белорик отцветает, чейлин зеленые отцветают. Они стоят 200 рублей. Ну, много порченных, конечно. Много уже загубленных цветов. Очень много. То есть, чтобы здесь что-то купить, надо хорошенько поискать. Может быть, тогда и найдется. Ну, здесь стоят минички, тоже свеженькие. Даже, наверное, больше даже микрофини. Они 437 рублей. Такие вот лапоньки. Но они сидят вот в губке, что ли. Вот. Парфеновый стаканчик это похож на губку аж. И они тоже сильно забыли, конечно. Вот в таких они чашечках. И вот они вот такие вот сиреневые и розовенькие. А есть еще и вот темненькая. Прелестная малышка. Но залитые просто страшно. Их бы лучше пониже поставили, конечно. Их бы лучше. Чтобы люди видели. А то они очень высоко стоят. Их надо постараться высмотреть здесь. Свежего завода. Ну, здесь все та же центра за 200 рублей. Они, конечно, все убитые. Нет смысла что-то там искать. Это вот, конечно, никуда не годится все. Тут выше фаленопсисы за 618 рублей. Они еще относительно живые. Конечно, они тоже уже не первой свежести, но они хотя бы относительно живые. Это вот уже искать надо, тоже вот вижу, подмороженные, пожелтевшие. С намеком на внутреннюю гнуть. Вот тут повыше тоже стоят башмачки. Вот они красавцы. Тоже относительно свеженький чиа и янлин, зелененький, просто зелененький. Вот она, красавица. И пока даже целенькая, нормальная, вроде как. Ну, рядышком стоит еще вот такая вот очаровашка. Олесь! Корней в горшке не видно, правда. Ну и рядом еще одна у центра за 399 рублей. Сзади стоит белая линичка. У центра, конечно, снова убитая. Ну а сейчас напоследок слабонервному смотреть. Это фаленопсисы, которые продаются в коробках. На них они стоили 2117 рублей. Сейчас стоят вот это убитое. Трупик это стоит 99 рублей. Вот такой вот фильм ужасов. Этот кустик уже аж слез, потому что там гниль в шейке. Листик отвалился. Ну, в общем, в Ашане получается сейчас завоз только котлей. Есть скидки на фаленопсисы на убитые и завоз котлей, башмачков и микрофильчик. Сейчас подаем котлей. У них горшок очень большой, котлей, очень большой. Очень красивые котлей. Очень солнечного цвета.
останавливаюсь на этих башмачках. Спасибо вам всем большое за то, что присоединяетесь к моему каналу, оставляете комментарии, за то, что присоединяетесь к моей группе. Ссылку на нее вы всегда найдете под видео. Ну и до новых встреч. Всем пока!